Теракт в Афганистане осудило и Министерство иностранных дел Азербайджана. В заявлении МИД страны говорится: «Мы с печалью встретили известие о гибели двух российских дипломатов, а также граждан Афганистана в результате террористической атаки на посольство Российской Федерации в Кабуле 5 сентября 2022 года». Как государство, столкнувшееся с терроризмом, Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма. Покушение на жизнь дипломатов неприемлемо. Выражаем соболезнования членам семей и близким погибших в результате террористической атаки и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, отмечается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.